территориальном управлении Игорское состоялся круглый стол по вопросу установки систем автоматизированного контроля за газованностью в муниципальных квартирах, расположенных на подведомственной территории. В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в совещании приняли участие окружные депутаты от партии «Единая Россия». Зачастую при установке таких датчиков сотрудники специализированных организаций сталкиваются с рядом сложностей. Одна из них – отказ жильцов в допуске. Граждане принимают установку системы за очередную навязанную услугу. Между тем, в муниципальных квартирах они устанавливаются за счет местного бюджета.